не слышу аплодисментов. Знаете, я настолько благодарна русскому радио за то, что сбылась моя детская мечта. Мне разрешили надеть пачку. Из-за этого я не ела неделю. Держите, здесь текст. Итак, я заявляю о том, здесь пятно, что шестая ежегодная практически международная премия «Золотой граммофон» открыта! Друзья мои, итак, артист, которого я сейчас объявлю на сцену, по большому счету, его детство прошло в банке с консервами. Глядя на него, даже аквариумные рыбки думают, что они могут повторить блистательную карьеру Николая Баскова. А мне, например, этот мужчина нравится тем, что в нем есть что-то, что очень выделяет его среди других мужчин. Для меня он самый сексуальный. Правда, я не знаю, как это выглядит вблизи, но по телевизору это замечательно. Она имеет в виду жабры. Мне нравятся его жабры. Я хочу его жабры. Итак, друзья мои, первый в мире поющий человек-рыба – Витас! Витас и ваши аплодисменты! Дом мой достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все. Достроен, но я в нем один. Хлопнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Это судьба, а судьбу не могу я ни о чем просить. Только я знаю, после меня устанут ветра голосить. Друзья мои, премию Витасу «Золотой граммофон» вручает Российская академия наук в лице профессора, заведующего лабораторией научно-исследовательского института патологии и патофизиологии Михаил Львович Кукушкин. Дорогой Витас, от лица сотрудников нашего института, которые
соответствует твоему имени, потому что Витас — это жизненный. Желаем успеха и поздравляем с этой победой. Золотой граммофон! Спасибо огромное. С днем рождения, Русское радио. Счастья вам, любви и процветания. Спасибо. Ну а на сцену уже, в общем, не робея выходят те, которые сейчас будут сотрясать вас живым звуком своих гитар. Итак, друзья мои, встречайте на сцене открытия этого года группа B2. Группа B2. Я не вернусь, так говорил когда-то и туман. Глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути. Оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Не по себе от этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты, нам не стерпеть друг друга. И до войны мне не добраться никогда. Моя безумная звезда ведет меня по кругу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Серебро вручает директор Московского ювелирного завода Инга Игоревна Кузнецова.
Дорогие Би-2, я счастлива, что Русское радио награждает вас этой замечательной премией «Золотой граммофон». Золотой граммофон! И я счастлива, что эта песня «Серебро», потому что ювелирный завод может вручить вам наши призы. Это сувениры в год лошади водяной, которые на следующий год, я надеюсь, принесут вам удачу, счастье, успех. И в следующем году мы сможем с вами встретиться на этом же фестивале и вручить вам наши замечательные золотые призы за одноименную песню. Друзья мои, дело в том, что веду эту церемонию первый раз. Не всегда все с первого раза получается так, как хочется. Не всегда, быть может, ты соответствуешь более своим маститым партнерам таким образом, как бы они хотели. С первого раза это всегда сложно и тяжело. Вы знаете, я хочу вам сказать одну вещь, Саш. Если что-то у вас не получается с первого раза, назначьте свидание с Виагрой. Встречайте на сцене дуэт «Виагра». Дуэт «Виагра». Я надеюсь, что вас не смутит, что сегодняшнюю премию вам будет вручать руководитель отделения сексопатологии Федерального центра медицинской сексологии и сексопатологии, доктор медицинских наук, профессор Кибрик Николай Давыдович. Дорогие девушки, я рад встретиться с вами на этой сцене. Спасибо. Можно ближе? И... я рад вручить вам... Можно, специалист по патологии, нормально. Мы соответственно прекрасный подарок, который вы заслужили. Потому что даже само название коллектива
уже гарантирует вам колоссальный успех. Поздравляю спасибо вас. Большое. Спасибо. Спасибо, очень спасибо. Приятно. Золотой граммофон! Встречайте на сцене группа «Танцы минус». «Танцы минус» и самые бурные аплодисменты. У ночного огня под огромной луной темный лес укрывал нас зеленой листвой. Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил. Половинку себя. Далекой звезды, песни птиц до утра. Ты смотрела в глаза мои, шептала слова. Ты не верила мне, но любила меня. Я оставил с тобой половинку себя. То, что было забыто, то, что было прошло. Ты махала мне вслед бирюзовым платком. Я тебя целовал у ночного огня и оставила мне минус. Группы «Танцы минус» и лично Слава Петкуна за тягу к перевоплощениям поздравляет лично Игорь Кио. Дорогие друзья, мне очень приятно сегодня принимать участие в этой торжественной церемонии. От всей души поздравляю вас, вашу замечательную группу, и вручаю вам эту премию «Золотой граммофон», диплом, и желаю новых больших творческих успехов. Спасибо большое. Надеюсь, она не исчезнет прямо у нас в руках за кулисами. Спасибо. Вы знаете, мне нравятся многие ваши песни, но особенно та, которая прозвучала сейчас, которая называется «Половинка». И вы знаете, услышав эту песню, я решил, с вашего разрешения, учредить свой личный приз, премию. Ну и, если не возражаете, я сейчас продемонстрирую этот приз и потом вручу вам.
ваша. Выбирайте, пожалуйста. Слава, нижнюю бери. Нет, подождите. Слава, Слава. Выбрали? Да, если можно, верхнюю мне часть. Знаешь, зато он от тебя... Какую хотите, забирайте, пользуйтесь. Зато он от тебя далеко не уйдет, Слава. Игорь Кио. Перед вами очередной номинант на народную премию «Золотой граммофон» Катя Лель и диджей Цветков. Добрый вечер! Горошины, горошины, горошины. Ладоши, ладоши. Через две недели, я знаю, зачем я осталась ни с чем. Чем сильнее дождь, тем светлее будет солнце, чем скорее уйдешь, тем скорее вернешься. Чем сильнее дождь, тем светлее будет солнце, чем скорее уйдешь, тем скорее вернешься. Друзья мои, да. Парни эти собрались жить и петь долго. Именно те, которые засыпают ровно 1000 лет вместе, вот, просыпаются в разных местах и поют об этом. Популярная группа Сплюнь, Сплинь.
мое сердце остановилось. А мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседние кресла большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер Кацах. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Может быть, ты не стала звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монтсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни поп и ни Дилан, не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Я наяву вижу то, что многим даже не снилось, не являлось под кайфом, не стучало в стекло. Мое сердце остановилось. Отдышалась немного и снова пошло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. И мое сердце остановилось, то мое сердце замерло. Мое сердце мое сердце замерло. Спасибо. Это была группа «Сплин». Премию группе «Сплин» за песню «Мое сердце остановилось» вручает кардиохирург, доктор медицинских наук Яков Бениаминович Брандт. Добрый вечер. Должен сказать, что клип сделан очень профессионально, по-медицински. Спасибо вам. Еще хочу пожелать этой группе больших успехов и вручить эту премию. Я не могу не воспользоваться моментом
и не сказать о том, что мы работаем для того, чтобы сердце не останавливалось. А если она и замирает иногда, то, конечно, только от любви. Но иногда и в этом случае приходится оказывать помощь. Каким образом, мы сейчас продемонстрируем. Я надеюсь, Лолита нам поможет. Везите, пожалуйста, экспонат. Такого в моей жизни еще не было. Свеженький! Лолита, подойдите, пожалуйста. Свежачок! Левой рукой зажмите нос экспонату. Глубоко вдохните. И теперь выдохните воздух прямо в губы экспонату. 3, 4. Хорошо, отлично, спасибо, достаточно, отлично. А вот и наш экспонат. Здравствуйте, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы решили выбрать самых выдающихся, самых красивых женщин нашей Родины и попросить их любезно вести, ну, вместе со мной, так сказать, какую-то часть золотого граммофона под номером 6. И я сейчас даже, знаете, убирая испарину, слегка нервничая, приглашаю на эту сцену выдающуюся, потрясающую, уникальную солистку балета Большого театра Анастасию Волочкову! Здрасте, Настя! Здравствуй, Коля! Здравствуй, Москва! Здравствуй, Крем! Обычно Настя молчит. У нее другая профессия. Ну, конечно, я действительно сегодня необычна для себя качестве, потому что я всегда привыкла объясняться языком танца и языком пластики своего тела. Но сейчас не нужно этого. Конечно, нет, но сегодня... Но сегодня здесь Кремль, здесь Николай Фоменко, здесь золотой граммофон и столько звезд. Я волнуюсь. Знаешь, звезды пускай волнуются. Ты должна шутить, дорогая моя. Ну, хорошо. Тогда первая шутка будет такой. Какой? Песня «Любовь. Холодная война» в исполнении Татьяны Лихачевой. Это смешная шутка. Прозвучала сейчас от Анастасии Волочковой. Неожиданно совершенно. В общем, сейчас действительно выйдет певица, которая будет петь про холодную войну, про любовь на войне, в грязи, как обычно, в противогазах, в полном обмундировании. Будут валяться. В общем, почему она была, эта любовь, непонятно. Татьяна Лихачева. Бурные аплодисменты здесь. Вау! Этот город, этот снег и этот дождь. Обещали мне, что ты ко мне придешь. Обещали птицы, сидя у окна, что с тобой ко мне придет еще весна. Что случилось между нами, не пойму. Объявил ты мне холодную войну. Этот город, этот снег и этот дождь превратили всю любовь в простую ложь. Любовь, холодная война, никто не понял, чья вина. Любовь, холодная война, а темна и да темна. Любовь, холодная война, никто не понял, чья вина. Телефону странные слова. Я одна теперь в плену домашних стен. Собираю все плоды твоих измен. Я поднять была готова белый флаг. Я была готова сдаться просто так. Ультиматум приняла без лишних слов. Только ты все продолжал войну, любовь. Темна, а после тишина. Это
почему, почему ты развернул со мной войну? Примите, Настенька, пожалуйста. Премию вручает старейший работник, возглавлявший конструкторское бюро, ныне помощник генерального директора автомобильного завода имени Лихачева Владимир Григорьевич Мазепа. Спасибо, Таня, что держишь марку. Поздравляем и всех всяческих успехов, всего самого хорошего. Спасибо. Коля, позволь мне объявить следующую песню. Ну, объяви, хорошо. Почему? Ну, потому что я люблю высоких, сильных, красивых мужчин. Еще и с высоким званием. С высоким званием? Не народный артист, нет. Не народный артист? Народный маршал. Высота его звания в том, что у него власть над зрителем, благодаря его творчеству. Вот так любят балерины Большого театра! На сцене маршал! Поехали. В окне зимы костер так светил, что сквозь него мерцают сны. Глаз.
землей. Белый пепел сгорит на глазах. Мы зажгли эти сны в небесах. Прошу заметить, действительно крупная фигура на отечественной эстраде, чтобы было понятно. Вау, вау, еще больше, вау, еще, еще. Вот оно! Понимаешь, если сразу не можешь сообразить. Ну, вы знаете, когда человек большой, это не быстро долетает. Одним словом, Александр Маршал, между прочим, один из немногих наших отечественных певцов, который имеет, так сказать, медаль международных сил, да, за поддержание мира в Косово. Я правильно сказал? И не только. То есть у тебя много медалей? Много. В принципе, можно сказать, что ты полковник, а не маршал. Коля. Не надо. Я понял. Нет вопросов. Нет вопросов. Настенька, скажи, кто будет вручать ему? Премию Александру Маршалу вручает маршал Советского Союза, начальник комитета по делам ветеранов Государственной Думы Виктор Георгиевич Куликов. Добрый вечер, дорогие товарищи. Дорогой Александр, от имени по поручению офицеров и старых, старейших воинов мне очень приятно вручить вам премию, поздравить с получением этой премии, пожелать творческих успехов и, главное, чтобы вы своим талантом прославляли нашу Родину, славные вооруженные силы и воинов, которые выполняют нелегкую задачу на Кавказе и в других регионах. Доброго тебе здоровья, счастья и благополучия. Я вручаю вам граммофон. Я хотел бы вручить другое, действительно, маршальские знаки, но мы это сделаем в следующий раз. Спасибо. Спасибо, товарищ маршал. Вот с этими вот молодыми полковниками, с моими друзьями мы объехали очень-очень много горячих мест на нашей планете, где стоят наши войска. Я хочу им поклониться, сказать огромное спасибо, и что я буду в дальнейшем продолжать делать то же самое. Там, где армия, там и я. Спасибо большое. Николай, да? Ты хочешь большой и света любви? И прямо сейчас. Пойдем. Да послушай, я про песню. А, в этом смысле? Я про песню. Я про песню о любви русского парня. Педро. Так. В той, где она любила Педро, а он наркотики. Извини, пожалуйста. Здесь вот, если я, кстати, не ошибаюсь, здесь в сценарии следующий текст. Песня на иностранном языке про любовь русского парня Педро с грустным концом. Ну, конец действительно грустный, потому что из-за любви к наркотикам он потерял зрительный аппарат. Доктор Александров! Стоп наркотикс! Куранте парафини даравенто примавера. Эта история произошла много лет тому назад, пьянящей весной. Жесуи ля-ля дель кантри Педро Таранта. С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро. Гаранто дама жес фуртуа паиль кабальеро. Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни. Жугага амгазига жеве смокинг энджиба. Но боялся признаться ей, что влюблен. Магистра Веленура, штанген, циркуль, членомеро.
Однажды ночью, когда он задумчиво возвращался с дискотеки, fuck off, my little baby, and goodbye. Его окликнул ее приятный застенчивый голос. Шершеля там, где много пункта эра. Не проводишь ли ты меня до дома, ковбой? Спросила она. Пера с пера от астра, баю бай. Мои родители уехали на симпозиум, и я боюсь ночевать одна. He gets in many trouble, кокаина. И глупенький Педро с радостью согласился. Их блин, я, Volkswagen, наркоман. Пьянящий аромат любви со страшной силой ударил ему в голову. And he was very, very small, cause lino. На крыльных ногах он последовал за своей возлюбленной. He did pop from his black and big gun. Стреляя по пути папиросы Беломорканалу прохожих. Oh, Pedro, oh, 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 oh. Глупенький-глупенький несчастный Педро. Он находился в зависимости от наркотиков, которые принимал постоянно. Придя к ней домой, Педро скромно присел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. Суппозитория им ректум лоу. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. But yesterday his love прожать бамбино. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Синдромо даунито хромосом. Славного, но с небольшими умственными отклонениями. Воз виноват проклянто кокаину. Во всем были виноваты наркотики, которые принимал Педро. Стоп наркота эпиро хлоро. И как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. And now his sorrow cries, he's impotento. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. His yank висит there вниз and не стоит. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались. Goodbye, narcotics, drugs, in un momento. В порыве отчаяния Педро порвал с наркотиками. Но yank где все равно there не стоит. Но зрение к нему так и не вернулось. Стоп, наркотик, наркомана, стоп, о. Стоп, наркотик, наркомана, стоп. Стоп, наркотик, наркомана, стоп, о. Стоп, наркотик, наркомана, стоп. Премию вручает инструктор Российской лиги кинологов Большакова Варвара Васильевна. Уважаемый доктор, мы с Айко всеми руками и лапами голосуем за вашу правильную песню, потому что мы с вами делаем одно дело. Только вы про это поете, а мы это вынюхиваем. Поздравляем вас. Бурные аплодисменты здесь. Настя, какие ты любишь фрукты? Больше всего яблоки, а что? Жалко. Почему жалко? Следующая песня про дыни. Про дыни? Да. Мы все, мужчины, любим дыни. Могу сказать. Ну, а я люблю яблоки. Если ты дыни сама не пробовала, то я в принципе... Я пробовала, но не люблю. То есть ты, в принципе, пробовала дыни? Пробовала, но не любила. Не пошло, то есть? Ну, как-то нет. Ну, это неплохо, кстати, это неплохо. Зато честно. Кого ты хочешь, Настенька, сейчас пригласить-то на сцену? Я хочу пригласить мою землячку. А смысл? Потому что она поет песню. Да про... ты что? Да, которая называется «Ты не любила». Вау! Просто не «ты не любила», а «ты не любила». А «ты не любила»? А «ты не любила», конечно. Я не любила. «Ты не любила». И песня эта поет Татьяна Буланова. А-а-а. Про любовь к дыням. Про любовь Татьяна к дыням. Буланова! Встречаем! Несутся словно птицы.
Татьяна Буланова! Премию вручает Карен Наташьян, горячий поклонник Татьяны Булановой. Здравствуйте. На самом деле для меня большая честь вручить этот замечательный приз и значит, премию «Золотой граммофон» Татьяне Булановой. Хорошо. Конечно, диплом. И так как вы в вашей песне поете о большой любви, я решил сделать вам подарок. Это дыня. Спасибо большое. С праздником! Татьяна Буланова! Спасибо. Значит, сейчас вы услышите песню про трагическую любовь на рыбалке. Солистка группы «Гости из будущего». Ева Польна! Свои снасти, значит, закинула в воду, а из воды вылезла гражданка с нерусским именем Ундина. И отхватил, я бы даже сказал, скундила у Польны полсердца. Вывод: не рыбачьте в незнакомых местах. Я думаю, что это добрая и грустная сказка для взрослых. Прямо с берегов Финского залива «Гости из будущего». «Гости из будущего»! Oh,
за ихтиологическую песню вручает ведущий передачи «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов. Здравствуйте, дорогие Ева и Юра. Замечательная премия «Золотой граммофон». И я, как специалист по животным, должен сказать, что есть пограничная сфера между людьми и животными. Это русалки, это снежные люди. Я интересуюсь этими вот такими особыми животными. Недавно, нет, а животные или люди, не знаю, но недавно был наконец-то реальный случай зафиксирован появление русалки. Знаете где? На Одесском пляже. Народ там собрался, и вдруг видит, из воды появляется русалка, и у нее на руках маленький ребенок. Народ сгрудился, говорит, что, откуда? Она говорит, вы не видели здесь водолаза Васю? Она хотела найти отца этого ребенка. Так что любовь русалок тоже бывает успешной. Так же, как и успешна эта песня, которая заслужила золотой граммофон. Ева и Юра, я вас поздравляю. Да. Спасибо большое. Спасибо. Мне очень приятно, потому что мы с Юриком воспитывались на ваших передачах. Сейчас хочу признаться в любви. Я люблю Государственную Думу. Честно говорю вам, да. В лице заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации. Сейчас на этой сцене в роли ведущей появится главная женщина среди политиков и главный политик среди женщин – Ирина Хакамада! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Вообще, мне очень странно находиться здесь. Коль, мне кажется, это не мое. Но, с другой стороны, во-первых, я это делаю ради тебя. Мы с тобой старые друзья. А во-вторых, я благодарна Русскому радио. Я думаю, жизнь политиков, она недолгая, надо обучаться новым профессиям. И Русское радио предоставило мне возможность освоить новую профессию ведущей в самой популярной премии страны. Вот здесь бурные аплодисменты точно уже. Хорошо сказал? Красиво. Ну, скажи, пожалуйста, ты вот выступаешь сейчас здесь, на сцене Кремля, а и в Госдуме ты выступаешь перед депутатами. Есть вообще что-то общее? Ну, общие есть, да. И здесь, и там народные избранники. Но у нас в Думе, ну, они не такие симпатичные. И, по-моему, чуть-чуть посмешнее. У нас, знаешь, здесь есть письмо, Ира. Это письмо одна несовершеннолетняя девочка прислала из маленького города на Волге. Здравствуйте, меня зовут Шура. У меня все хорошо, в школе оценки нормальные. Играю на баяне в народном ансамбле «Волжаночка». Больше всего люблю рэп и его исполнителей. Скоро мне 15 лет. Хочу, чтобы ты подарил мне на день рождения веселую танцевальную песню с прикольным текстом. Твоя поклонница. Это одному певцу прислали, как я понимаю. Ну так имя этого великолепного певца. Вы готовы, дорогие друзья? Встречайте. Децл, письмо! Я. Раз, два. Я Маруся. МС Децл. Чё? Я хочу разобраться, в чём дело. Чём дело? Помоги мне. Чём дело? Помоги мне. Чём дело? Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Галимая суета, работа до седьмого пота. У меня нет времени послушать даже анекдоты. Просматриваю почту, вижу девочку на фото. Письмо читаю, а в нем минорная нота. Твоя песня, кто ты? Действительно, это круто. Я пишу тебе из маленького городка на Волге. Мои тревоги, Децл, переполняют душу. Я не могу твои песни спокойно слушать. Вокруг меня уши из моей дурацкой школы, где в основном учатся нацистские уроды. Если они узнают, что я люблю твой рэп, они меня изнасилуют и закопают. А мне 15 лет, правда, звучит как бред. Ответа на вопрос нет, я постриглась на лысо, чтобы сохранить себя, точнее то, что от меня осталось. Держусь из последних сил, я почти сломалась. Сама себя. Я хочу разобраться, в чем, дело. Помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела.
Я рассказал об этом странном письме своим друзьям, на что они ответили: не верь тупым выдумкам, такого не бывает в природе. Это каждый знает, просто твоя лирика на сумасшествие толкает. Тёлка зависает по полной, её цепляет. Она не догоняет, что всего лишь о тебе мечтает. Ладно, хватит, я продолжал писать второй альбом, сталкиваясь с лоб-лоб с попсой. Деграундом читаю рэп недаром, раз его обсуждают. Но в голове это письмо, которое мне объясняет простые вещи, которые живут как трещины. Люди не в силах понять, что есть что-то выше. Секты, коммунисты, фанатики, фашисты, сексуальные меньшинства, скинхеды, нацисты запутывают нас, свои диктуя манифесты. Но они не знают, что мы из другого теста. Я хочу найти сама себя, сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, Я хочу, чтобы моя душа тоже пела. Пролетели полгода, но во мне жила тревога, которая пришла ко мне из маленького городка. Я вспомнил то письмо, изучил еще раз фото, посмотрел на обратный адрес, и меня кольнуло что-то. Концертная работа, я еду в тур по Волге. Через 10 дней я буду в том самом регионе, из которого девчонка. И та загадка, которая лежала глубоко, и я не знал отгадки. Концерт на стадионе, как всегда, приколы. Организатор мне сказал, что собрались из школы. Хорошая погода пришла к нам после хип-хопа. Здесь все изменилось за последние полгода. Среди народа я увидел ту девчонку, волшебную улыбку и над губой родинку. Ответ на вопрос — это были ее глаза. Ведь я считаю рэп для таких, как она. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Я хочу найти сама себя. Я хочу разобраться, в чем дело. Помоги мне, помоги мне. Я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Раз, два, маленький фристайл, как всегда. Вот это мочит клёво, чувак, Базаров нет. Вот это да, он может делать, если хочет. Базаров нет, вручает ему сейчас. Сейчас ему вручают, конкретно, точно. И впереди спокойной ночи, малыши, не дыши. Что вручает? Так, подожди. Значит так, ой, я не могу. Я не поняла, кто из вас певец. Я. Да. Премию молодому певцу пришел вручать военком Солнцевского районного военного комиссариата полковник Жиренков Николай Иванович и самая эротичная ведущая программы «Армейский магазин» Дана. Ой. Уважаемый Кирилл, я передаю приветствие от всех военкомов города Москвы. Я очень рад видеть тебя в здравии и полон сил. Кирилл, держи, это тебе. Поздравляем. Спасибо. Тебя. Форма размера 44-го будет, товарищ военком. И ботиночки 39-го, мне кажется, не более. Ир, ты давно была в Испании? Давно, а что такое? Нет, здесь, знаешь, сейчас будет такая песня испанская. Я, честно говоря, ничего не понял вообще, ни одного слова. Вообще, про что она, куда она. Что-то губы, руки, ноги, звуки, ничего не поймешь. Нет, ну, Коль, подожди. Я поняла, что это песня о сумасшедшей любви испанки к русскому парню. Называется она «Под испанским небом», а поет ее Арианна. Арианна! «Под испанским небом»! Я знаю, где-то вдали, где не бывает зимы, ты ждешь меня, как ночь огня. Любовь, как я.
было будто во сне. Ты прикоснулся ко мне, мои глаза сказали да. Я не могу без тебя, я не живу без тебя, я буду ждать тебя всегда. Где-то под испанским небом ты даришь мне любимые цветы. Закрой глаза и тихо скажи, мне нужна только ты. Я тебя не отдам, любовь. Я все помню, я тебя не отдам, любовь, мне без тебя не жить. Я помню все, память нельзя убить. Моя Арианна. Спасибо. Арианна. Премию вручает советник посольства Испании Артура Ортис. Здравствуйте. Мы очень рады в Испании, что Арианна получила эту премию за песню «Под испанским небом». Арианна, мы в Испании тебя любим, te queremos. Спасибо. Muchas gracias. Yo soy muy excited. Кто ребенка раздел, как он был зимой? Вот продюсеры, понимаете, о чем думают? Коль, вот это вот, папа, то, что ты сейчас сказал. Ты знаешь, многие артисты обижаются. Вот ты как-то шутишь не очень добро. Давай как-нибудь, знаешь, так попозитивнее. Ну, давай вот понежнее, что ли. Понежнее? Да. А кто там на очереди-то понежнее? О, сейчас будет очень нежно. Два добрых, симпатичных парня, понимаете? Коля, много лет красиво. Вместе. Очень нежно, очень нежно, нежно очень. Очень нежно, смотри. Поют про нежные отношения друг к другу, понимаете? Причем делают это уже много лет. Да, вот так вот. Не знаю, а что, там текст? Вот, пожалуйста, текст здесь написано. Я руки твои держу, слов не нахожу. Коль, прекрати искать виноватых. У нас время непростое, надо друг друга понимать. Вот я говорю, с добром надо, с добром. Самое важное, что на сцене популярнейший дуэт «Чай вдвоем» со своим хитом «Ласковая моя». Капли дождя по мостовой. Уезжаешь сегодня, но не со мной. Стук-стук облачков, словно время назад. Разошлись, кто виноват? Это я, может, это я, может, это ты, может, это ты, может быть, любовь, может быть, любовь, не узнали мы. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, быть
слов не нахожу, ласковая моя любимая. Были мы с тобой, кто всему виной? Я обещал это навсегда. А я все прощал, говорил ерунда. Прошу, подари мне летние дни. Кто не прав, объясни. Может, это я, может, это ты. Может быть, любовь не узнали мы. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной? Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной? Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой. Ласковая моя, нежная, руки твои держу, слов не нахожу. Ласковая моя, любимая, были мы с тобой, кто всему виной? Чай вдвоем! Вручает премию «Золотой граммофон», заинтересованный в судьбе этого дуэта, питерский горожанин Илья Олейников. Спасибо. Ну, кто не знает, я просто папа чаю вдвоем. Вот и глупо. Вы знаете, я сегодня безумно счастлив. Я счастлив, потому что, во-первых, у ребят этот год как-то очень удался. Их, наконец, заметило русское радио, чему я очень искренне, так сказать, радуюсь. Потом у них появились совершенно замечательные продюсеры. Знаете, есть такая поговорка, талантам надо помогать, бездарности прорвутся сами, им помогают. Ну и, наконец, вот эта вот совершенно замечательная награда «Золотой граммофон», который я им и вручаю! Ну, следующая песня Иры, я тебе скажу честно, называется «Лёли-лёли». А что означает «Лёли-лёли»? Ну, примерно то же самое, что «Ёлы-палы», «Эх-мах» есть еще. Вот. Там потрясающие есть слова, она, значит, все время разбирается. «Нелюбимый я, что ли? Ой, лёли-лёли». Вот. Ну, как ты понимаешь, песня про безответную любовь. Ну, я ничего не поняла, но я тебе верю. Пока сотни верст пути, через облака звездочки блестят. Широка река, мне не перейти. Вереницы снов до святой зари исчезают вновь, где
Ой, Лёли-Лёли! Жасмин! Любовь Сухова, модельер, со своей коллекцией «Любовь и боль» выручает золотой граммофон. Жасмин, мы от всей души поздравляем тебя. Мы тебе желаем не испытывать никогда ни физической боли, ни душевной, а только боль, знаешь, такую сладостную, от самых ярких, от самых классных побед в твоей жизни. Удачи, спасибо, любви и огромного тебе здоровья и благополучия. Спасибо. Сейчас выходит несколько хип-хоп-маньяков сюда и будут нас, так сказать, колебать. Нет, я вот говорила, я зря музыку, пришла. Понимаешь? Все, вяло текущая дискотека, плавно переходящая в широкомасштабную аварию. Итак, на сцене дискотека «Авария». Здесь куют хип-хоп. Ты не должен кричать ему «Гад!» Ты не должен подключать свои ботинки или мат. Уже шутки прочь, в сторону. Здесь я хочу тебе помочь. Разрушу голову, просто что? Негодяй, от тебя отстань. Скажи ему, друг, заколебал ты. Рано-рано утром покинул свой дом. Повернулся, когда опять светало за окном. И мой любимый отец снял ремень и сказал: ну все, сынок мой, не гляни, что это последний раз был. Махни глаза и с улыбкой дебила прилях на диван. Типа очень устал, как я тебе сказал. Заколебал ты. Бей на поражение за поддержание хип-хоп движения. Заколебал ты. Заколебал ты. Заколебал ты. Заколебал ты. Заколебал ты. Ты симпатичная девчонка. Да. А он лопух. Он лазает по городу. Ласкает женщин. А ты не можешь сказать ему стой. Возьми и посоветуйся со мною, ведь ты на самом деле дура. Пусть это знает он, но ты не слушай меня. Я знаю, как отладить его из меня. Если ты не станешь ли слезы из глаз бросать его, портрет его не даст. Сиди и слушай меня, я не хочу тебе зла. Но если уж ты влюблена в козла, не устраивай сцен, не разжигай скандал. А тихо, мирно, друг, заколебал ты. Весь день по городу мотался, с ног до головы заколебался. Небритый, голодный, усталый и злой, но весьма довольный собой ты собрался. Дискотека «Авария», дорогие друзья. Премию вручает доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета Московского государственного педагогического университета Ксения Павловна Смолина. Дорогие друзья, я с удовольствием хочу вручить этот прекрасный приз дискотеке «Авария». Я очень рада за них и поздравляю. Ирочка, что ты хочешь сказать зрителям в финале первого отделения? Я хотела бы, уходя, сказать, что нас ждет замечательный подарок. О! И для вас, и для меня, и для всех зрителей, и слушателей «Золотого граммофона» будет петь несравненная Лолита. Снилась мне Лолита!
снег. В мире наступили тишина и свет. Свет и тишина, покой и белый снег. Жаль, но это только снилось мне. Снилось мне по притихшему городу. Проплывает медленное облако, облако покоя в светлом городе. Жаль, но это только снилось мне. И теперь наяву я живу и не живу. Сохранить пытаясь чистоту. Но приходит за мной сумасшедший день земной и меня уводит за собой. Снилось мне, что впервые за много лет почему-то улыбнулась мне. Призрачное счастье в суматохе лет. Жаль, но это только снилось мне. Снилось мне, что печали кончаются. Люди одинокие встречаются, встретятся, молчат и улыбаются. Жаль, но это только снилось мне. Как жаль, но это тоже снилось мне. Нет!
догонит. Не говори, им непонятно, только без них, только не мимо. Лучше никак, но не обратно, только не с ними, только не с ними, только не с ними. Нас не догонят. За песню «Нас не догонит» вручает полковник милиции, начальник отдела Главного управления ГИБДД России Костров Александр Иванович. Добрый вечер. Мне кажется, когда создавалась эта песня, то у инспекторов дорожно-патрульной службы не было скоростных иномарок, и поэтому девушки с такой уверенностью заявляют, что нас не догонишь. Но времена меняются, и мы сейчас можем с уверенностью сказать, что от нас не уйдешь. И вручая этот золотой граммофон, я хотел бы вас поздравить и пожелать вам только зеленого света на ваших перекрестках жизни. Спасибо. Спасибо огромное. Золотой граммофон. Певица, которая выйдет сейчас получать премию, мне кажется, она настолько искренний человек. И самое главное, мне нравится, лично мне, как женщине, нравится в ней все. Ум, честь, совесть. И мне нравится, что она настоящая женщина. Она настоящая еще в том, что, как любая красивая женщина, она никогда не скажет «мое сердце свободно». Ее сердце всегда занято. И я с безумной радостью и гордостью имею честь пригласить на эту сцену Алену Свиридову. Ее сердце не свободно. Здесь каждый раз играет джаз, и сердце трепещет, как рыбка. Ах, как жаль, но мне не нужна ни любовь твоя, ни улыбка. Ты смел, как лев, красив, как бог. Мне скажет о том, кто угодно. Лишь один я вижу подвох. Мое сердце не свободно. Здесь как-то раз один из вас стихи мне читал до рассвета. Но пойми, я знаю сейчас, какова любовь поэта. Мое сердце не свободно, я не буду твоей никогда. Мое сердце не свободно, да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Говори мне что угодно, но в ответ ты услышишь всегда: мое сердце не свободно, я не буду твоей никогда. Прощай, Монанж, стрелой пронзит твою душу разлука. Кто же знал, о боже мой, что любовь такая штука. Ты слишком юн, немножко пьян, к тому же одет очень модно. Лишь один я вижу изъян, мое сердце не свободно. Мое сердце не свободно, я не буду твоей никогда. Мое сердце не свободно,
мое сердце не свободно, я не буду твоей никогда, никогда, никогда. Алена Свиридова. Алена Свиридова. Алена, ты знаешь, мы с Александром, хотя он здесь совершенно был не в курсе, но я как женщина, уважающая мужчин, скажу, мы с Александром приготовили тебе подарок от Русского радио. Ой. Мы подумали, ну, есть ли какая-нибудь достойная кандидатура, которая выдержит напор твоего обаяния рядом с тобой на сцене? Мы не будем говорить, от кого поздравления, это самое главное. Ты все поймешь сама. Я трепещу. Жду. Как много девушек хороших, как много ласков. Алена, ты знаешь, мы с Александром, хотя он здесь совершенно был не в курсе, но я как женщина, уважающая мужчин, скажу, мы с Александром приготовили тебе подарок от Русского радио. Ой. Мы подумали, ну, есть ли какая-нибудь достойная кандидатура, которая выдержит напор твоего обаяния рядом с тобой на сцене? Мы не будем говорить, от кого поздравления, это самое главное. Ты все поймешь сама. Я трепещу. Жду. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, и ты поешь. Сердце, сердце, тебе не хочется покоя, тебе не хочется покоя. Сердце, сердце, как хорошо на свете жить, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такой, как хорошо, что ты такой. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Как хорошо на свете жить. Спасибо, сердце. Владимир Вольфович Жириновский и Алена Свиридова. Вау. Новый дуэт. Я с удовольствием поздравляю Алену Свиридову. С удовольствием ей вручу этот приз, диплом. Эту статую практически. Эти цветы. Настоящий артист. Я ухожу. Дамы и господа, аплодисменты лучшему политику нашей страны. Человеку, который может и хочет. Друзья мои, признаюсь честно, что если бы когда-нибудь мне моя мама сказала, что буду стоять с этим человеком на одной сцене, я бы с трудом в это поверил. Впервые за 6 лет, вполне заслуженно, Михаил Сергеевич Боярский. Михаил Боярский. С песней «Такси». Не осталось лишь снять усталость, и этот вечер мне душу лечит. Такси. Притормози, притормози. О-о-о-о.
я-то знаю все, понимаю. Спасибо. Михаил Боярский! Премию Михаилу Боярскому вручает его друг, ветеран мушкетерского движения, народный артист России Лев Константинович Дуров! Михаил, я хочу тебя сегодня поздравить и вручить этот замечательный приз не только как грандиозному актеру, которого я обожаю, не как грандиозному музыканту, не как роскошному певцу, но еще как настоящему мужчине, который неоднократно доказывал, что он настоящий мужчина. И я знаю, ты никогда не бросал ни при каких обстоятельствах своих друзей. Я тебя еще раз от всей души... Дарил мне, помню, Дуров шпагу за мушкетерскую отвагу. И ныне дивный вижу сон. Тревиль мне дарит граммофон. Все будет хорошо. Чемпионка России, Европы, мира, Олимпийских игр и всего, что может быть в художественной гимнастике. Алина Кабаева! Добрый вечер. Вау! Всем любителям русского радио. Ну, еще раз похлопайте. Она сказала всем привет. Алиночка, скажи, пожалуйста, ты любишь сливки? Ну, например, если в чай или в кофе добавлять, то люблю. А так вообще нет? Так нет, во-первых, нельзя. Вот оно. Нельзя детям ничего практически, да до чего ладно. Спорт доводит. Ну, я тебе не гарантирую сливки в больших количествах, так чуть-чуть вот. Здесь у меня сливки.
энергетическая ценность заводные, срок годности. Пока поют песню Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Группа, под которую не скиснешь. 3-4. Сливки! Куда уходит детство? В какие города? И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не здесь. И в сугробах белых, и по лужам у ручья будет кто-то бегать, но не я. Куда уходит детство? Куда ушло оно? Наверное, в край чудесный, где каждый день кино. Где также ночи синие, струится лунный свет, но нам с тобой отныне туда дороги нет, туда дороги нет. И зимой, и летом не бывало ждать чудес. Будет детство где-то, но не соседству, таким же, как и я. Оно уйдет неслышно, пока весь город спит и писем не напишет, и вряд ли позвонит. Вручает им директор молочного комбината Бабаев Виталий Александрович. Спасибо! Мы обязательно увезем этот приз в Санкт-Петербург и найдем ему достойное применение. Мы вас любим! Сейчас на сцену выйдет настоящий, просто настоящий. Сколько уже, можно сказать, сколько уже девушек полегло на ниве любви к этому певцу. Объявляй. На самом деле выйдет мой самый любимый певец Дмитрий Маликов. Дмитрий Маликов и Руцка Рома! На дорогах пыльной Азии нас чужие звезды сглазили,
И счастливая судьба мне теперь не светит. Ты как птица упорхнула прочь, на крылатый день упала ночь. Я неловкий птицелов, попавший в сети. Ой, я словно волны в море разошлись с пути. Если, ой, я принес лишь горе, улетай, лети. Забудь о клетке золотой, мне б летать с тобой, рассекая ветер. На просторах неба синего, ты пойми меня, прости меня. Я печальный птицелов, попавший в сети. Ой, словно волны в море разошлись с пути. Если, ой, я принес лишь горе, улетай, лети, улетай, лети, прощай, прости, улетай, лети. Улетай, лети, прощай, прости, улетай, лети. Ми надівали вітером, тут дроні ойло, тут дроні урад. Ми надівали вітером, тут ріка мли, ми тут рода, ми тут гамам, я в кеме манга. Нас чужие звезды сглазили, и счастливая судьба мне теперь не светит. Дмитрий Маликов и группа «Русско Рома». Премию Дмитрию Маликову вручает человек, посвятивший один из своих фильмов «Любви и птицам», который так и называется «Любовь и голуби». Режиссер Владимир Меньшов. Встречаем. Спасибо. Я счастлив возможностью вручить приз. Хотя, конечно, наши пересекаются пути по птицам очень отдаленно, но я видел в свое время картину «Умереть Париж». То есть это «Увидеть Париж и умереть», где сыграл Дима главную роль. И он, кроме того, что он певец замечательный, он еще и прекрасный актер, где он здорово сыграл. Я вручаю тебе. И на эту сцену я хочу пригласить главного редактора «Русского радио» Сергея Архипова. Добрый вечер. Я не случайно вынес сюда самый золотой и самый большой граммофон из всех, которые сегодня вручены и будут еще вручены. Дело в том, что в этом году исполнилось ровно 30 лет ансамблю «Самоцветы». Вы знаете, и я могу прочитать, что здесь написано.
Юрию Маликову в честь 30-летия ансамбля «Самоцвета» от Русского радио с любовью и почтением. Юрий Федорович, огромное вам спасибо. Юрий Маликов, группа «Самоцветы». Все будет хорошо. Бьет ли теплый дождь, падает ли снег, я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет. Тебя увидеть, о, как я счастлив. Странно и смешно наш устроен мир. Сердце любит, но не скажет о любви своей. Пусть живу я и не знаю, любишь или нет. Это лучше, чем признавшись, слышать нет в ответ. А я боюсь, а я боюсь услышать нет. Песню подобрал на гитаре я. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что в ней грусти не тая. Я тебя назвал самой нежной и красивой. О, и это правда. По ночам в тиши я пишу стихи. Пусть твердят, что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел, сказать хотел, но не сумел. Сказать хотел, но не сумел. Что пишет каждый в 19 лет. В каждой строчке только точки после буквы «Л». Ты поймешь, конечно, все, что я сказать хотел. Но тает снег весной всегда. Быть может, скажешь «да», быть может «не», ты скажешь «да». Премьер-министр! Спасибо! Премию вручает «Мисс Казахстана-2000», «Вице-мисс мира-2000» и «Вице-мисс земля-2001 года» Маргарита Кравцова! Добрый вечер всем. Мне безумно приятно принимать участие в этом грандиозном празднике. И вдвойне приятнее преподнести вот этот вот золотой граммофон группе «Премьер-министр». Спасибо, ребят, вам большое за возрождение такой великолепной песни. Вы действительно сделали это тонко, по-восточному. Привет из Алматы. Мы всегда вас ждем в Казахстане. Добро пожаловать. Спасибо. И спасибо, конечно же, вам за ваши аплодисменты, за ваши улыбки. Мы вас любим! Спасибо! Пять причин, по которым мы обязаны прослушать эту песню. Во-первых, исполнители кинули. И это факт. Во-вторых, он сам, я могу сказать, тоже нечист, кого-то кинул. В-третьих,
В это дело влезли его товарищи, и понеслось, понимаете? Четвертое понеслось так, что кто прав, кто виноват, непонятно. Ну и пятое, последняя уже причина, это его боль, вы понимаете? Неисправимый романтик Игорь Николаев и его пять причин. Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Я не научился жить один, и у меня на это пять причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Третья — это все твои слова, я им не поверил едва. Четвертая причина — это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что умерла любовь. Сне, как ты улыбалась, но не мне. Как ушла ты в мир других мужчин, и у тебя на это пять причин. Первая причина — это я, а вторая — все твои друзья. Третья — твоя новая любовь, все это понятно без слов. Четвертая причина — это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что умерла любовь. От того, что умерла любовь. Как же это все произошло? Ведь немало времени прошло. Я не научился жить один, и у меня на это пять причин. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Третья — это все твои слова, я им не поверил едва. Четвертая причина — это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь. А пятая причина — это боль того, что умерла любовь. Четвертая причина — это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь. А пятая причина — это боль от того, что умерла любовь. Премию Игорю Николаеву вручает обладательница проницательного женского взгляда Оксана Пушкина. Спасибо тебе, Игорь, за профессионализм и благородство. И от тебя лично, и от всех женщин России, которые тебя обожают, я хочу пожелать тебе побольше историй типа «Дельфин-русалка», но гораздо счастливее. Золотой граммофон. Олечка, я хочу передать эту эстафету прекрасной актрисе, народной актрисе СССР Людмила Марковна Гурченко. Людмила Марковна Гурченко! Лучшая пара сезона, ну? Людмила Марковна? Сейчас надо, честно говоря, конечно, что-то тут ха-ха или какой-нибудь хихи. Может, просто объявим? Кто с удовольствием. А кто сейчас будет? Сейчас прелестная женщина, прелестная певица. О! Кристина Арбакайте. Вау! Встречайте! Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь.
подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться. Смотри, разноцветный дождь поет вдохновенно ветер. Ты не заметил, что по радуге идешь. Мой мир, как он красиво светил. Я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться. Я подарю тебе любовь. Я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль. Ты будешь в облаках купаться. В облаках купаться. Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Смотри, разноцветный дождь поет вдохновенно ветер. Смотри, разноцветный. Премию Кристине вручает самый остроумный наш артист, художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Анатольевич Ширвинд. Здравствуйте, Кристина. Я вышел сюда только для того, потому что мне уже это не светит нигде, кроме как на кремлевской сцене. Вот. Поцеловать Кристину в лицо. Рубля-визеты! Золотой граммофон. Следующая песня про день рождения 18 лет. 18 ой, лет, да. Ой, в жизни раз бывает 18 лет, да? А потом что? Потом самое прекрасное время. Институт, профессия. И я самостоятельная. Людмила Ивановна, я все решаю сама, решаю, понимаешь, сама. Ну, сейчас все по-другому, 8... понимаете? А что? Ну, все гораздо проще, поверьте мне. Почему? Сейчас все гораздо проще. Сейчас, понимаете, до 18 можно целовать в одно место. Ну? А после во все оставшиеся. Мне только остается развести руками. А мне поднять. Руки вверх! С песней 18 мне уже! Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, я взрослая уже. Ты прогулял.
18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Знаешь, ты меня не забудешь, я приду, меня зацелуешь, но поцелуев твоих немало. Я хочу, чтоб ты мне прошептала. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Get my boys a letter. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. 18 мне уже. Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Спасибо. Руки вверх! Коля, я вот посмотрела текст следующей песни. Так, слушай, и никак не могу понять, почему все строчки заканчиваются на самом интересном месте, а дальше сплошное ля-ля-ля-ля-ля. Вот смотри. На свидание к милому идешь и чего-то ждешь. Мы все ждем. А что же дальше? А дальше ля-ля-ля-ля-ля. Что? Ну, меня извините, конечно, Людмила Марковна, я просто не думал, что это вас так интересует. Нет, ну, просто я же прочла Там все просто, понимаете? Ну, слова, ну, дальше. Ты наделала в лучший свой наряд. Там так киза. Да? Простите. Да нет, ты ошибаешься, ты что? Ты наделала-ла-ла. Надела. Ты наделала-ла. Ла, без ла. Так, вы знаете, что я подумаю? Ну, давайте что? просто сейчас я объявлю, пусть они сами разбираются с этим наделала. Иванушки, лодочка, поехали! Чего-то ждешь, ла-ла, мало ли чего про нас, там люди говорят, ла-ла, ты надела самый лучший свой наряд, ла-ла-ла-ла-ла, лодочка вдоль бережка медленно плывет. Течение несет, не хочет быть вдоль
тут ровесницы и коллеги геронтологическое фольклорное трио «Питерские бабки-йоги». Дорогие наши Иванушки Интернешнл, да. Мы же тоже когда-то были Аленушками Интернешнл. Да, и вот во что нас превратил этот шоу-бизнес. Да. Ну вы-то еще молодые, у вас еще все, так сказать, впереди. Да. И поэтому мы хотим, чтобы вы были как мы. Да. Вечные. Золотой граммофон. Настоящие невесты. Обладатели золотого граммофона. Бабушки Интернет. Иванушки Интернешнл! Бурные аплодисменты! Спасибо. Людмила Валерьевна, хочу представить певца, имя которого, вы знаете, при жизни уже увековечено. Да что ты? Да, увековечено при жизни. Ну? В его честь названа одна из станций московского метрополитена, вы знаете? Да что ты? Да. А также, между прочим, один из красивейших зеленых парков в Москве. Да. Для тех, кто не ездит в метро, я могу расшифровать. Ну? Это Филевский парк и станция имени Фили. О, я догадалась. Слушай, нет, но это не только станция. Ему нужна, я не знаю, его имени можно назвать планету. Вау. Можно назвать вселенную. Боже. А, ну точно, я тебе точно говорю. Коля, Коля, это Филипп Киркора. Боже! Не верю. Я бы вынес сотни раз боль, не замерз, когда вокруг снег. Мне бы сладкою была соль, если б рядом ты была век. Не тревожным спал бы я сном, не болел бы от тоски. Только ждал тебя к себе в дом, словно солнце поутру свет. Я других не замечал лиц, я бы твой боготворил дух, всех бы синих подарил птиц. Жаль, что нет у вас таких двух. Прошу я ничего, пусть, что когда-то счастлив я был, и смотала душу мне грусть, ждать тебя уж больше нет сил. Ты ушла, с тех пор прошел год, и огромный почернел мир. Только что-то вся душа ждет, только верит светлый день пир. Я других не замечал лиц, я бы твой боготворил дух, всех бы синих подарил птиц. Жаль, что нет у вас таких. Ты поверишь, я бы других не замечал, нет. Ты поверишь, я бы...
Коров. Премию вручает президент инвестиционно-банковской группы «Никойл» Николай Александрович Цветков. Шестой раз уже «Русское радио» дарит нам всем такой прекрасный, изумительный праздник. Хочется поблагодарить организаторов. Нам было очень приятно присоединиться к числу участников этого праздника. А вас, Филипп, мне хотелось бы от российской компании вручить вам народную премию, фактически народному артисту. Спасибо. Я заслуженный пока. Спасибо. Где найти любовь сильней? Мы были вместе столько дней, от того лишь больней. Пусть моя душа в слезах, но эти слезы на глазах вам я не дам. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не лгу, и скажи, я за тебя умру. Только бы ты знала, что никто тебя не любит так, как я люблю. Я умру, и глаза не скажут, я умру, если хочешь, за тебя. Филипп Киркоров.